Президент США Дональд Трамп наложил вето на решение Конгресса о блокировке режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Документ был подписан в присутствии вице-президента Майкла Пенса, генерального прокурора Уильяма Барра и других членов администрации. Введенный ранее режим ЧП позволил президенту запросить 8 миллиардов долларов на строительство стены, призванной, по его словам, защитить страну от мигрантов. Конгресс, проголосовавший за отрицание кризиса на южной границе, выступил против реальности. Это по-настоящему чрезвычайная ситуация для нашей страны. Это серьезно. Серьезный кризис. В прошлом месяце более 76 тысяч нелегальных мигрантов прибыли на нашу границу. Мы следим за миллионами нелегалов, которые стремятся прорваться к нашим границам. Люди ненавидят слово «вторжение», но иначе как вторжением не назовешь появление в нашей стране наркотиков, преступников и людей, о которых мы понятия не имеем, кто они такие, сказал Трамп. Своим правом вето он воспользовался впервые. Но демократы в Палате представителей Конгресса не сдаются. Спикер Палаты Нэнси Пелоси заявила, что 26 марта будет проведено новое голосование с тем, чтобы преодолеть президентское вето. Законодатели не одобряют его идею потратить столь крупную сумму на ненужное, по их мнению, строительство. Из-за этих разногласий в США приходилось вводить режим шатдауна, так как принять бюджет на текущий год вовремя не удалось.